14 января 1944 года. 937-й день войны. Сегодня войска Белорусского фронта освободили города Калинковичи и Мозырь. Завершилась Житомирско-Бердичевская операция. Наши войска отодвинули линию фронта на 200 километров и освободили Киевскую и Житомирскую области. Началась Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Ее цель – разгромить группу армий «Север», полностью снять блокаду Ленинграда и освободить Ленинградскую область. Части 2-й ударной армии атакуют с Раненбаумского плацдарма на восток. Части 42-й армии, обороняющие Ленинград с юга, должны атаковать на запад. Однако 50-й германский армейский корпус сосредоточил огонь своей артиллерии по позициям 42-й армии и не дал ей тем самым возможности перейти в атаку. Зато войска 2-й ударной армии нанесли тяжелые потери 3-му танковому корпусу СС и 10-й немецкой авиаполевой дивизии. Последнее было нетрудно, учитывая второсортность подобного рода боевых соединений. Комсомольцы Ивановской области взяли шефство над детским домом, где воспитываются маленькие ленинградцы. Под шефным уже отправлено несколько сотен килограммов картофеля и овощей, 20 пар обуви, кухонная посуда и игрушки.